Утро доброе. Вести Карачаева, Черкесия с вами. На улице стоит жара, и это неудивительно. Почти середина июля, но все же хочется комфортной температуры. Будет ли она, узнаем из прогноза синоптиков и чуть позже. А пока время новостей. Мудрость поколений, заключенная в материально-духовной культуре, и есть душа народа. Ранее мы рассказывали о группе энтузиастов, объединенных заботой сохранения уникальных памятников карачаевского средневекового деревянного зодчества. Первым объектом и пока еще основным, за спасение которого взялись волонтеры, стала единственная уцелевшая водяная мельница в ауле Хурзук. Об успехах и новых находках из глубины веков в материале Ахмата Халкетчева. Объект материально-культурного достояния, за спасение которого сейчас взялись волонтеры, уникален сразу по нескольким причинам. В принципе, все древние срубные строения Большого Карачая специалисты считают последними в оси Западной Европе. Также это единственный на данный момент образец классической карачаевской мельницы. До депортации, по данным историков, во всем Карачае их было 17. На сегодняшний день проведены большие объемы крайне сложных и трудоемких мероприятий. Если выразиться в цифрах, выполнено около 30% от общего объема тех работ, которые необходимо произвести для полного завершения реставрации, говорят энтузиасты. Первым делом разобрали крышу. Дальше, не нарушая конструкцию ветхого сооружения, необходимо было все стены вывести в один уровень. Перепады в некоторых местах составляли не чуть ли полметра. Мы пока вот крышу не разобрали, мы не понимали, какие там еще сложности появятся. Мы думали, снизу смотрели, там бревна вроде хорошие. Когда сняли крышу, они были полностью сгнившие. Вот это была первая наша, как сказать, большая проблема. Обвязку делали. Чтоб когда мы поднимали, стенки старые у нас уже из дерева, чтобы она не разошлась, чтобы не сломалась, чтобы она как общий каркас держалась. Совсем недавно довольно интересную находку сделали энтузиасты. При разборе напольного настила обнаружились доски, утыканные кусками камня. О прямом предназначении древних агрегатов узнали от старейшин аула. Тогда же комбайнов не было. Надо было пшеницу, ячмень и так далее, другие злаковые обрабатывать. И вот они стелились на такие доски. И уже на них их катали, чтобы колоски размолоть и получить зерно. Абсолютно случайно вот здесь мы его нашли. Пока так укрыли, иншаллах, потом, наверное, поставим куда-нибудь, чтобы люди могли видеть. И напишем, для чего и как они применялись. Единомышленники уверены, что оригинальное сооружение удастся сохранить не меньше, чем на 80%. Тем не менее, задача стоит сохранить свыше 90%. На стенах сруба заменена только верхняя обвязка. Сложности возникают в восстановлении полов и крыши, делятся добровольцы. Можно было его разобрать. Точно с такими же размерами, с нуля построить такое здание, да? Но мы хотели максимально оставить то, что было. Не считая верхней связки, 100% сохранено вот стенки. Ну, с крыша уже полностью у нас придется поменять крышу, да? Но если полностью закончить работу, мы постараемся сделать так, что как будто оно так и было. Активную поддержку энтузиастам, пытающимся сберечь для грядущих поколений не только напоминания, но и свидетельства об их предках и корнях, оказывают многие. Но, как говорят сами добровольцы, в благом деле любая помощь не лишняя и крайне ценна. Ахмат Халкетчев, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Хурзук, Карачаевский район. Сегодня в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи по адресу Черкесск, улица Засохова, 18, планируется консультация семьи по всем интересующим вопросам. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза, в отдельных районах сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. Днем в горах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, в горах местами плюс 9, плюс 14. Днем плюс 26, плюс 31, в горах местами плюс 17, плюс 22 градуса.
В северных и центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкеске ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем плюс 29, плюс 31 градусов. Ожидается высокая пожароопасность.